Быть здоровым – это модно. Всероссийскую акцию под таким названием поддержали в Министерстве спорта страны и почти в двух десятках регионов. Устроили телемост, собрали единомышленников и организовали практически одновременно обливание холодной водой. В Калининграде затею клуба «Ярополк» из Красногорска приняла территория Музея мирового океана. Прямо напротив подводной лодки Б-413. Активом акции стали представители Калининградского клуба «Янтарные моржи» и региональной федерации зимнего плавания. Всего более полусотни человек, в том числе дети, женщины и ветераны движения. Самому старшему участнику уже больше 75 лет. Это медалист всероссийских и международных соревнований Александр Найденов. Холодная вода дает здоровье, не только физическое, но и ментальное. И вот живой пример, когда мы за неделю буквально активом клуба собрали такую акцию. Вроде все получилось нормально.